Вере Тимошевой 84 года. В годы войны она работала в тылу в районном госпитале города Лиски Воронежской области. Ухаживала за ранеными солдатами, помогала им снова встать на ноги. А сегодня она сама стала объектом такой же заботы со стороны врачей и персонала санатория. Прекрасно. И что в столовой, что медицина, что вот эти все процедуры с душой относятся. Я очень благодарна. Прекрасно. Больше не могу ничего сказать. Путевки и курсовки, которыми могут воспользоваться все ветераны, санатории предоставляют бесплатно. К примеру, в среднем путевка в санаторий «Зеленая роща» стоит около 40 тысяч рублей, но ветеран за нее не платит ни копейки. Это подарок юбилею Победы. Ветераны пользуются всем спектром услуг здравниц, живут в комфортабельных номерах. Немаловажно и то, что за ними пристально наблюдают врачи санаториев, проводят диагностику состояния здоровья и назначают необходимые процедуры. На нашей базе они проходят очень хороший комплекс лечения. На сегодняшний день вот у нас отдыхает ветеран, она практически получает все виды необходимого лечения, и водные процедуры, и физиотерапевтическое лечение, и массаж. Лечение ей очень нравится. Пройти лечение или просто отдохнуть в санатории все ветераны смогут до мая включительно. Всего такой подарок 70-летию Победы получат более 600 ветеранов со всего Большого Сочи. В целом на курорте 36 санаториев и пансионатов выделили 547 путевок и 119 бесплатных курсовок. На сегодняшний день возможностью пройти санитарно-курортное лечение уже воспользовались 234 сочинских ветерана. Игорь Кырпа, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.